Привет, привет. Для расходов на расходники для DTT. Да, собственно, отчасти ради этого запустил запись, выключил стрим и увидел. Мне подсказали, что там 2 доната прошло. Сергей и Звойнюх, также известный как Звойнюх. Спасибо большое, спасибо, ребят, за поддержку. Вообще спасибо всем, что смотрите, это реально круто. Я сегодня поиграл, полетал на Стратиусе, поностальгировал и понял, что на самом деле летать на Стратиусе — это круто. Мне тут откомментили стрим, я посмотрел, он был в марте 17 года. Я летал на Стратиусе, на том самом лярдовом, чистил дрон Блексы и кайфовал. И это было круто. Это было сложно, это было экстремально. Это вам не Локи, да, халява. В общем, ну и плюс у Стратиуса всегда есть какие-то истории. Всегда в какие-то истории можно попасть, даже на сегодняшнем стриме, да. Кого-то нашли, с кем-то можно было подраться, но я там не рискнул. Я подумал, что, ну, на самом деле, вот, наверное, вот это и есть мой формат. Ну, по крайней мере, сейчас, ввиду дефицита времени, я думаю, что взять Стратиус там и раз в недельку на нем полететь, куда глаза глядят, просто попадая в какие-то ситуации. А обязательно будем попадать в ситуации, да, потому что в ситуации не попадает только тот, кто сидит на месте. В общем, мне кажется, это, ну, это будет интересно. Еще раз спасибо, что смотрите, и до новых встреч. Надеюсь, не за горами эти новые встречи. Спасибо.